Всем привет, ребятки-котятки. В общем, я думаю, каждый из вас хотел когда-нибудь услышать, как звучит ваш ноутбук, либо как звучит ваша, к примеру, микроволновка. Так вот, вот с этой штучкой сейчас я покажу, как саунд-дизайнер может узнать, что за звук будет. Сейчас будете слушать, короче. Телефон. Не монтаж. Ребята, а вот из этого звука, мне кажется, можно сделать интересный саб-дроп. Смотрите, у нас он звучит вот так вот. Достаточно громкий получился. Так, лимитер на всякий случай повесим на него. Короче, смотрите, все просто. Можно сделать следующее. Берем вот такой вот участочек, где у нас есть момент с подъемом, да? Ну, с какой-то волной, условно назовем ее так. Можем что сделать? Тайм-стретчинг применить сразу же, чтобы это было подлиннее. Послушаем. Отлично. Что мы делаем следующее? Открываем файл-редактор, выбираем нашу дорожечку, нажимаем Function... Реверс. Что мы наблюдаем? Так, вот этот фейд мы убираем. Слушаем. Пойдет, пойдет. Можно повесить элементарный pitch shifter. Узнаете, да, знакомый звук? Так и что нужно сделать, чтобы он именно вот как саб-дроп вот этот звучал? Вот эти сабы, в основном это кинематографический прием такой для каких-то определенных моментов. This is Downs homicide. There's a reason we woke. You. Как будто мы с горки спускаемся, либо какой-нибудь меч пролетает рядом с головой. Ну, такие особенно любят подчеркивать ими отрывки с замедленными какими-то там ударами или что-то такое. Взрывы, замедленные съемки. Ну, то есть какие-то точечные сценки в киношке. Так, мы что делаем? Мы просто включаем режим touch, ставим на начало наш маркер, открываем pitch shifter. Ставим на исходную точку, там, минус 2, к примеру, нажимаем play и прорисовываем элементарно нашу автоматизацию. Попробуем, послушаем, но мне кажется, у меня не получилось. Сразу можно визуально увидеть, как она выглядит. Будет короткий у нас, в общем, такой бас-дропик. Да, пойдет. Нужно помягче все-таки автоматизацию. Вот так вот можно, если не получилось, карандашиком прорисовать. Да, оп. Пойдет. Немножечко подрезаем как раз ненужные частотки нам. Вот и получаем тем самым крутейший бас-дроп. Из нашего магнитного, скажем так, сигнала, записанного на EMF стерео. Вот с такой вот простецкой быстрой обработкой. Sound Design приемчик. Ну, в общем-то, как-то так. Вот с помощью такой маленькой гаджетули можно записать различные фактуры, которые в дальнейшем уже можно использовать вообще в различных сферах. В кинематографе, в моушн-дизайне, писать какие-то атмосферы на бэкграунд, страшные хоррор-звуки и так далее.
Короче, у саунд-дизайнеров много всяких лайфхаков, чтобы получать желаемый звук с помощью всяких таких приблуд. А вообще, круто, что это делает наш производитель. Можете посмотреть, как выглядит эта штука на сайте, сколько стоит. Ну, короче, теперь вы знаете, где искать такие штуки. Все, всем пока. На связи был Антон Лустер. Пока.